ходе ночного патрулирования около 2 часов ночи инспекторами дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России Кувандыкский был замечен подозрительный автомобиль. На перекрестке при повороте налево данный автомобиль съехал с проезжей части на обочину, затем вновь вернулся на проезжую часть, продолжив движение по кривой траектории. По требованию сотрудников полиции автомобиль остановился. Из транспортного средства вышла женщина-водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Спиртное потребляли сегодня, Надежда? Нет. То есть вы управляете автомобилем в трезвом состоянии? Трезвым, да. Сегодня в трезвом. Вчера я уснула. Понятно. А у вас водительское удостоверение вообще есть? Конечно. А в машине вообще есть какие-то документы? Да нет, сейчас даем 9-этажки, я вам сейчас все документы, все страховки, все. Мне и каску, у меня все, у меня машина новая. Угу. Ну что я? Ну что, ну нельзя в таком состоянии управлять автомобилем. Да я вот сейчас прям раз и девятачки уехали. Да вам говорят, что вам в таком состоянии вообще нельзя управлять, а вы я развернусь. Из-за 9-этажки. Вы что пили-то сегодня? Ничего, вообще. А вчера что? Вчера? Ну правильно, время 1:30. Вчера. А вчера пила с молоком. Сколько выпили? Вчера пила, сегодня. А до какого времени пили? Ну, сегодня вообще не пили. Но сегодня, вот сейчас 1:30, то есть до 12 вы пили, после 12 вы уже не пили, да? Нет. Вчера пила, а сегодня... Все, понятно. Не пила. Понятно. Ну и что? Ну, пожалуйста. Ничего, вы сейчас будете у нас отстранены от управления транспортным средством. Водительское удостоверение и документы на автомобиль у женщины-водителя отсутствовали. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. За управление транспортным средством без необходимых документов и за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.3 и по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Автомобиль был задержан и помещен на специальную стоянку. Следует отметить, что наказание за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.